Здравствуйте, зрители нашего канала! Сегодня мы с вами будем готовить минтай слоями. Это блюдо очень вкусное. Советую вам его приготовить. Картошечка пропитывается рыбкой, ну просто обедение. Готовить мы будем с вами в мультиварке, но это блюдо можно приготовить в простой кастрюльке. Все то же самое. Нам понадобится с вами, вот у нас здесь килограмм картофеля, килограмм минтая, две луковицы, две морковки, соль по вкусу и подсолнечное масло. Картофель мы нарезали, посмотрите с вами, вдоль. Примерно где-то по сантиметру. Рыбку тоже на кусочки. Морковку мы сейчас натрем на крупной терке. Луковицу порежем мелко. В сковородочку наливаем маслице. Отправляем туда нарезанный лук и морковка. И сейчас, пока у нас будет обжариваться лук с морковкой, мы с вами будем выкладывать нашу рыбку и картофель. Первый слой у нас будет с вами картошечка. Ее на дно. Все будем с вами выкладывать слоями. Второй слой — рыбка. Обязательно этот слой мы посолим чуть-чуть, поперчим. У нас черный перец. И опять следующий слой у нас с вами картофель. И второй слой рыбки. У нас тут даже икра с вами попалась чуть-чуть. Так, все. Этот слой мы опять с вами чуть-чуть посолим. И поперчим. Обязательно с вами добавим лавровый лист. Две штучки. И теперь ждем, когда наш лук с морковкой пережарится. Сильно пережаривать не надо. Чисто побланшировать, чтобы стал мягкий лук. Лук наш с вами готов с морковкой. И отправляем сейчас в мультиварку. Хорошо, нам нужно лучок здесь разровнять. Теперь мы берем с вами воду кипяченую. Ну, можно из-под крана, но мы сюда заливаем кипяченую. И заливаем. Много нам воды не надо, на чтобы чисто только покрыло последний слой. Это у нас рыбка с луком, с морковкой. Сейчас вам покажу примерно сколько. Все, достаточно, видите, покрыла. Сейчас покажу, вот, все. И отправляем в мультиварку нашу чашу. Закрываем крышкой. Ставим с вами на тушение, нажимаем. И указываем время. Час — это нормально. Все, поехала. Ну что, ждем результата? Кому интересно, оставайтесь с нами. Итак, час прошел. Выключаем нашу мультиварку. Так, ну что, открываем? Вау! Вы посмотрите, какая красота! А запах. Подожди, я сфотографирую. Накладываем. Картошечка у нас вся уже мягонькая. Вон, посмотрите, даже рыбка вся от костей отошла. Вот настолько за час в мультиварке хорошо готовится минтай с картофелем. Вот такая у нас с вами вкусняшка получилась. Кому понравился наш рецепт минтай слоями, не забывайте поставить пальчик вверх, написать комментарий. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео.
А кто не подписан на наш канал Марина Ангелина, подписывайтесь. Мы всем рады.